Здравствуйте, я Олег Жданов і ви знову на моєму каналі. Ми відповідь на запитання, частина п'ята. Сьогодні хочу зробити два запису з відповідями на ваше запитання. А почати хочу з того, що я дуже дякую всім, хто підтримує канал, за вашу допомогу. Що відгукнулися, за те, що дивитесь. Я сподіваюся, що це для вас цікаво і корисно. В першу чергу корисно. Будь-яка інформація повинна не просто забивати голову, а приносити користь людині в той чи іншій мірі. Тому я вам дуже дякую всім, хто підтримав мій канал. Ну, а також нагадую, що підписуйтесь, ставте лайки, не забувайте розповсюджувати посилання на ці відео, щоб люди могли бути обізнаними, бути проінформованими і знати, що і коли робити. Будемо відповідати далі на ваші запитання. В попередньому відео я трошки обговорив поточну ситуацію на фронтах, тому в цьому не буду. Вони виходять два підряд, одне за одним. Просто дуже багато запитань, хочу більшість з них озвучити і надати відповідь, щоб вам було зрозуміло і цікаво. І так, починаємо далі відповідь на запитання. Ольга, 455. Поясніть, пожалуйста, подробнее ваші слова о том, що США не хочуть виводу Росії як ігрока в геополітиці. Значит ли это, что они не хотят нашей полной победы? Ну, во-первых, я никогда не говорил о том, что США не хотят вывода России как игрока. Скорее всего, вы меня неправильно подняли. Наоборот, я говорю, что цели войны Соединенных Штатов, цели в этой войне Соединенных Штатов, это полный вывод Российской Федерации из геополитики. Превращение России в страну третьего мира. Для того, чтобы она не могла, Российская Федерация, как субъект на международной арене, не могла влиять на судьбы мира, на решения, которые принимаются сильными мира сего. Именно такова цель Соединенных Штатов. И почему именно Соединенные Штаты настаивают на полном военном разгроме российской армии на территории Украины? Потому что именно это приведет к смене политической элиты России. Именно это даст шанс Соединенным Штатам поставить Россию в те рамки, в которые она хочет ее поставить. А именно страны третьего мира, страны сырьевого придатка для каких-то там категорий государств. Это не исключает, что они потом будут покупать и нефть, и газ, но Россия тоже будет не геополитической державой, влияющей на судьбы мира. Следующий Driver you, Your Life. Вот такой сложный ник. Вопрос. Подскажите, когда можно ожидать демобилизации принудительно мобилизованных, не служивших ранее людей, в случае, если война затянется? Можно ли надеяться на демобилизацию хотя бы через год после мобилизации? Нет, к сожалению, надеяться на демобилизацию можно только после окончания войны. Если были мобилизованы, подписывают контракты в ходе боевых действий, либо просто воюют как отмобилизованные военнослужащие. И по окончании военных действий в определенный срок, согласно указу президента, они будут демобилизованы, но только после окончания войны. И это будет определяться указом президента страны. Так, тут ника не видно. Скажите, пожалуйста, про Одессу. Нам сейчас угрожают действия России на сегодняшнем этапе. Ведь Николаев держится. Попытки десанта и наступления на Одессу возможны параллельно с другими наступлениями России и в других направлениях? Или это действия только последовательные? К тому же сейчас со Змеиным проблемы. Ну, был прилет, мы были недалеко, испугались. По поводу прилетов я уже говорил неоднократно. Готовьтесь, просто мы будем жить в этих реалиях до конца войны. И во всяком случае, даже после окончания активной фазы войны, я
не исключаю, что Российская Федерация будет использовать ракетные войска для влияния на переговорный процесс. Когда таковой начнется после горячей фазы. Поэтому здесь привыкайте жить. Дальше будем вооружаться, дальше будем защищаться, создавать свои железные куполы вдоль границы или покупать те же израильские, но на пока ситуация такова. Что касается угрозы самой Одессе, вопрос высадки десанта, вы абсолютно правы, пока Николаев держится, вам угрозы нету. Почему? Потому что Приднестровье не может причинить Одессе больших каких-то военных проблем. Мы с ними в состоянии справиться даже на сегодняшний день. Вот они поэтому сидят там тихо, как мыши. Вот, ждут, когда, возможно, придет сухопутная группировка. Вот тогда да. Но сухопутная группировка должна еще сначала пересечь границу Херсонской и Николаевской областей, взять Херсон, потом форсировать Южный Буг. И только потом они смогут рассчитывать на то, что они будут двигаться в направлении Одессы. То есть на сегодняшний день это нереально невыполнимая задача для вооруженных сил России, которые находятся на Херсонском направлении. Что касается моря и высадки десанта, то тоже пока этот вопрос снят с повестки дня, не вычеркнут из списка. То есть вероятность такая сохраняется, но военной возможности для высадки десанта на сегодняшний день нет. Так что кроме ракетных обстрелов, к сожалению, все остальное, которое продолжается на сегодняшний день и будет, к сожалению, продолжаться, высадка десанта или поход российских войск по сухопутью до Одессы практически с повестки дня снят. Вот. Так что держитесь и знайте, что угроза есть вам только с воздуха. Роман Мельник задает вопрос. На каком фронте, по вашему мнению, начнется стратегическое наступление ВСУ? Или, может, вы полагаете, что ВСУ будет наступать маленькими тактическими победами? Скажу точно, что войны в период Второй мировой в наши вооруженные силы показывать, демонстрировать не будут. То есть то, что делала Россия тяжелыми механизированными колоннами с бронетехникой, вклинивалась в глубину нашей территории, потом пыталась развить успех. Что с этого получилось, мы знаем и на киевском направлении, и сейчас на харьковском направлении, и даже уже сейчас на изюмском направлении. Тоже мы знаем. Поэтому наша армия будет, я так понимаю, применять современные методики ведения боевых действий. Что это будет, ну, посмотрим на сегодняшний день. То, что это будет маневренное наступление без единого большого фронта, то об этом сказать можно точно. Любомир задает вопрос, возможно ли участие военных Польши и других партнеров с их вооружением в нашей войне под видом интернациональных легионов. Нет, я это уже объяснял, по-моему, в третьем видео есть подробно про Польшу, почему никто, кроме нас, воевать с Россией не будет. Так что посмотрите, пожалуйста, предыдущее видео. Кстати, в описании видео буду давать теперь раскладку, какие вопросы, краткое содержание вопросов, чтобы вы понимали, стоит вам его смотреть или нет. То есть я не навязываю, а по необходимости, если вы хотите получить ответ на свой вопрос, ищите его в описании к видео и просматривайте его. Некоторые там энтузиасты помогают, даже раскладывают видео на поминутный просмотр. Так что облегчает вам задачу в поиске ответа на ваш вопрос в том видео, которое записано. Следующий вопрос, тот же Любомир задает. Могут ли подлодки в Черном море использоваться для высадки десанта под Одессой или захвата Змеиного? Нет. Сразу говорю, ни для того, ни для другого подводная лодка не предназначена. Максимум, что может в плане десантирования подводная лодка, это высаживать группы боевых пловцов, а это очень малочисленные группы, вплоть до там, от 2 там, человек до 10, может быть, для совершения разведывательно-диверсионной деятельности. Но ни о каком десанте из подводных лодок речи быть не может. Тем более, что
подводная лодка не может подойти близко к берегу, учитывая то, что у нее довольно большая осадка ниже ватерлинии. То есть на мелководье она вообще не подойдет к берегу. И что десант будет плыть с полной экипировкой, они утонут просто в воде, эти десантники, без техники. Поэтому нет, не бойтесь, что подлодки подкрадутся ночью там под водой и высадят десант. Этого быть не может априори. Валерий Сакович, вопрос. Ответьте, пожалуйста, что мы можем предпринять по обстрелу наших территорий, Сумской и Черниговской области? Можем ли мы подавить их своей артиллерией с нашей территории? Валерий, мы обязаны их подавлять с нашей территории. К сожалению, это война, и тут никакие как бы уступки и нормы нет. Есть правила ведения войны. Если нас обстреливает противник, мы должны на него воздействовать всеми доступными нам методами. Если мы не будем воздействовать, мы повторим историю, которая длилась 8 лет. Когда по нам стреляли, мы несли потери, но при этом мужественно крепились и говорили, а мы вот не стреляем в ответ. Посмотрите на Израиль. Они даже предпринимают огонь на упреждение, когда, допустим, какой-то пикап там с установкой, самопальной этой установкой для пуска реактивных снарядов, пытается выдвинуться на позиции. Единственное, что этому препятствует, политическое решение нашего президента. Как только президент, он, кстати, говорил уже о том, что мы будем поражать цели на территории России, наши партнеры уже подтвердили, в частности Великобритания, что это является абсолютно легитимным и правовым действием по подавлению огневых средств, наносящих нам поражение. Поэтому остается только дождаться решения президента Зеленского для того, чтобы наши артиллерии, ну пока артиллерии, потому что у нас других средств пока нету, разрешили открывать огонь на поражение в ответ на огни, на обстрелы нашей территории. Так что ждем решения президента. Расскажите, честный прохожий, расскажите об эффективности светомаскировки. Вопрос на сегодняшний день очень риторический. Объясню почему. Потому что, да, светомаскировка в годы Второй мировой войны сыграла очень огромную роль. Почему? Потому что особенно авиация ориентировалась исключительно по... летала исключительно по ориентирам. Тогда не было такого навигационного оборудования, как есть сегодня. Сегодня для пилота в кабине, который идет на скорости 870 км в час, нет разницы, включен свет в доме или не включен. Единственное, это может послужить там визуальным ориентиром, где начинаются жилые массивы или застройки, или городские застройки, правильно так сказать, а где они заканчиваются. Вот. А так, в основном, пилот для точности ведения огня, если это не ковровая бомбардировка по площадям, то в любом случае он привязывается к координатам, которые закладываются в навигационную систему самолета. Ну, а, допустим, на самой местности, поэтому здесь вопрос маскировки на сегодняшний день, играет он роль или не играет, это должен определить нам Генеральный штаб, насколько для них это важно. Есть критерии ее обеспечения или это не играет такой существенной роли, и может быть эти нормы и требования их стоит отменить. Что касается освещения, допустим, уличного освещения, ну тут тоже вопрос 50 на 50. С одной стороны, оно может помогать диверсионным группам работать в темноте с применением ночных приборов, а с другой стороны, может помогать нашим бойцам территориальной обороны проводить зачистки и рейдовые действия, когда есть освещение. То есть вопрос исключительно, ну, такой, будем говорить, на сегодняшний день открытый. И пока что я не вижу, чтобы кто-то занимался обоснованием того или другого. То есть включать, соблюдать режим светомаскировки или не соблюдать режим светомаскировки. Будем надеяться, что по итогам нашей войны Генеральный штаб сделает конкретные рекомендации, как и когда использовать светомаскировку в ходе ведения войны. Так что давайте дождемся ответа от
наших военных, как они посчитают нужным. Я вам плюсы и минусы постарался изложить. Валерий Волошин. Подскажите насчет ПРО. Какие перспективы по его поставке и получению? То есть, когда мы можем его получить с ленд-лизом? Какой приоритет? Куда вначале будут ставить? В города или где-то на фронте? И в целом, про защиту от ракет было бы интересно узнать. Ну, про защиту, что такое ПВО, а что такое система ПВО, а что такое система ПРО, я рассказывал, по-моему, в третьем видео. Там есть в описании. Откройте подробный вопрос. Постарался максимально подробно изложить. Перспективы светлые, сразу скажу, потому что ленд-лиз открывает возможность действительно вести переговорный процесс о поставках нам ракетных комплексов, комплексов противоракетной обороны. В первую очередь, я думаю, эти комплексы будут поставлены фронту. Почему? Потому что очень сильно войска наши страдают от российской авиации, наносят довольно большой ущерб нашим подразделениям на переднем крае. Вот, поэтому они в приоритете, а дальше будут стратегические объекты и по возможности города. Вообще, конечно, надо садиться, разрабатывать план противоракетной обороны страны, который бы включал в себя и систему противовоздушной обороны, и, соответственно, составлять перспективный план по ее созданию и ее развитию. На сегодня у нас ПРО отсутствует полностью. Следующий вопрос. Пан Александр, такой ник, по системе С-300. Они сбивают самолеты на расстоянии до 200 километров. Если мы ставим их на расстоянии 80-100 от линии фронта, то в таком случае мы покрываем вражескую территорию на 100 километрах. В чем проблема сбивать самолеты? Или они бьют по нам с расстояния более 100 километров от линии фронта? Нет, они прилетают. Особенно штурмовая авиация, она непосредственно работает по переднему краю из тех огневых средств, которые на ней имеются. Ну, имеется в виду там Су-25, Грач, самолет или вертолеты огневой поддержки армейской авиации. Тоже они работают непосредственно по переднему краю. Кстати, в последнее время российские вертолеты уже боятся подлетать нашему переднему краю и отстреливаются с больших дистанций. Это 4-5 километров. Отстреливают по нашим позициям и уходят опять на аэродромы подскока. Смысл вот в чем. Дело в том, что ракета С-300 летит с той же скоростью, что и самолет. Если ее пускать с дальности 100 километров по истребителю, который работает, выполняет, ну, он истребитель-бомбардировщик, или по фронтовому бомбардировщику, который летает с такой же точно скоростью, и у которого бортовой радар видит порядка там 75-100 километров, то есть он видит пуск ракеты по нему, потому что РЛС засвечивает самолет, и летчик сразу же получает сигнал, что по нему пущена ракета. И видя дистанцию до этой ракеты, он успевает выйти из зоны поражения. Поэтому и были придуманы тактические армейское ПВО, тактического звена малой и средней дальности, для того, чтобы бороться с самолетами непосредственно на линии фронта, на малых расстояниях, не давая самолету использовать свою скорость и маневренность для того, чтобы уйти от ракетного поражения. Вот поэтому комплекс С-300 в ближнем бою или в борьбе с высокоманевренной авиацией, ну, не совсем, будем говорить так, эффективен. Питер Л. Технический вопрос. Освоение американских гаубиц осложнено дюймовой системой МИР, разметка органа управления, таблицы стрельбы, например, или они перешли на метрическую систему и проблем нет? Они перешли на метрическую систему. В этом был смысл стандартизации натовского вооружения. Все прицелы в метрической системе МИР, все таблицы стрельбы в метрической системе МИР. Только калибры даже калибры перешли в миллиметры, начиная от стрелкового оружия 5,45, 5,56, заканчивая гаубицами 155 или 105 калибра, 115 калибра. Теперь следующий вопрос. Павел Микевич, если я правильно прочитал латинскими буквами. Так,
Сейчас вопрос. Сейчас условный коллективный Запад делится орудием и боеприпасами с целью победы в войне. Но какой Украина будет нужна ему после войны? Например, нужен ли Польше такой сильный сосед? Конечно, нужен. И я вам скажу, что у нас с Польшей очень большая перспектива, ну, если кто-то не додумается там про нейтральный статус опять вспомнить, Украины. У нас огромная перспектива с Польшей и Великобританией и другими странами заключить региональный союз. Насколько еще продержится НАТО, очень сложно сказать. В ближайшие годы, ну, после окончания особенно нашей войны против с Россией, я думаю, что в Европе развернется острейшая борьба за то, чтобы развалить НАТО и чтобы американцы постарались уйти с европейского континента. Возглавлять это движение антинатовское, скорее всего, будет Макрон. Возможно, при поддержке Шольца. Поэтому будущее за региональными союзами. Глобалистика уходит в прошлое. Мы сейчас будем региональные союзы политические, военно-политические, экономические, валютные. Вот за этим будущее. Это фактически формирование нового мирового порядка. Поэтому Польша будет очень рада, что у нее будет, допустим, мы будем в одном военно-политическом региональном союзе. И у Польши, кроме Белоруссии, нет другой точки соприкосновения с Российской Федерацией. Поэтому одно дело помогать, а другое дело воевать. Это совсем разные вещи. Ну и скажу даже больше, что НАТО, это вот из вопроса, возьмут ли нас в НАТО. Нет, не возьмут, нас подтянут на уровень страны члена НАТО по армии, по вооружению, по огневым возможностям и по боеспособности. И мы будем самым близким партнером НАТО, но мы будем той сдерживающей силой, которая будет стоять на страже, чтобы милитарная машина Российской Федерации не совершила еще один поход или попытку похода на Запад и в том числе и на нас. В этом интересы совпадают. Поэтому им нужна будет сильная Украина и желательно в границах, нежелательно, а скорее всего в границах 91 года. То есть территориально целая, суверенная, потому что Крым, если выводить за скобки, это плацдарм, который, видите, сработал в этой войне на все 5 баллов. Россия без единого выстрела охватила огромную территорию юго-востока Украины, войдя с полуострова Крым. Обстреливая сегодня с полуострова Крым ту же Одессу ракетами или Николаев ракетами и даже дальнобойной артиллерией. Вот. Поэтому Украина должна быть целая, Украина должна быть сильная и Украина должна быть вот здесь рядом большим другом либо НАТО, либо в составе, еще раз повторюсь, регионального союза, который будет в первую очередь решать вопросы безопасности. Андр Т. Вопрос. Как наши войска будут освобождать левобережную Херсонщину? Как будет форсироваться река и есть ли для этого средства у нашей армии? Могут ли оккупанты подорвать Каховскую ГЭС и чем это грозит? Ну, первая половина вопроса, в принципе, я сказал. Никто не будет штурмовать в лоб. Будут брать в осаду и пытаться выдавливать и блокировать поставки топлива и вооружения. Это основная методика, скорее всего, основная методика будет нашей армии по взятию крупных городов. Что касается возможности форсировать Днепр, да, у нас такие возможности есть. В составе наших вооруженных сил есть инженерные бригады, аналогичные российским, поэтому силы и средства для форсирования есть. Что касается подрыва Каховской ГЭС, ну, вероятность, конечно же, существует, исключать нельзя, но я не думаю, что до этого дойдет. Вплоть до того, что возможно проведение силами специальных операций, какой-нибудь скрытой операции по недопущению такого факта. Вот это что касается, потому что я себе даже не могу представить последствия, если Каховская ГЭС будет разрушена, какой ущерб может быть нанесен всей той территории, которая находится ниже по течению. И, кстати, это может повлиять и на ядерную безопасность, потому что, насколько я понимаю, это водохранилище является охладителем, естественным охладителем для самой крупной в Европе Запорожской атомной станции в городе Энергодар.
Следующий вопрос. Сергей Марасюк задает. Сложилось стойкое впечатление, что западное оружие запоздало на пару-тройку недель. И это усложнило для нас ситуацию. Отодвинуло возможный разгром РФ на неопределенный срок, если это вообще состоится. Это состоится, и это уже происходит. То есть поставки оружия идут, да, еще не в тех количествах, как мы хотим, но мы надеемся, что Ленд-лиз сейчас усилит эти поставки кратно кратно для вооруженных сил Украины. И мы получим то оружие. Но насчет запоздали поставки, то я бы, знаете, как говорят, когда начинаешь выдвигать претензии, посмотри в зеркало. Так вот, я бы сначала посмотрел в зеркало. Мы знали о том, что будет агрессия. Да, не верю. Я в том числе не верил, потому что с военной точки зрения это авантюра, что в принципе и подтвердилось. Но наше руководство и, как говорят некоторые спикеры, знали, и что будет война, но не говорили нам. Обществу я имею в виду. Так вот, вот тогда надо было решать вопрос поставок вооружения. Я имею в виду в октябре, 30 октября, когда была первая публикация в американской прессе об этой агрессии. Это первый момент. А второй момент, мы 8 лет, 8, с 2014 года мы не могли определиться, мы переходим на стандарты НАТО или мы не переходим на стандарты НАТО. Мы модернизируем нашу армию или не модернизируем. Все то, что нам показывали 8 лет, оказалось фактически большой красивой показухой. Когда технику из ремонта представляли как новые образцы вооружений. Да, что-то мы там закупили. БТР-4, да, Буцефал, БТР-3Е, еще какие-то модернизировали несколько десятков танков. Десятков, не сотен, обратите внимание. То есть это все стало небольшой долей в составе вооруженных сил Украины. Вот куда надо смотреть и вот кому надо задавать вопрос, почему мы пришли к этой войне фактически с разбитым корытом. И теперь просим, чтобы нам дали новое корыто и очень быстро, и очень хорошее, очень качественное. Поэтому давайте дождемся, наберемся терпения, помощь идет, она есть, нас не бросили и нас не собираются бросать. Вот. Но в будущем в первую очередь надо спрашивать самого себя, а что мы сделали для того, чтобы наша армия сегодня не от центра Украины начинала гнать врага в его логово, а на границах Украины защитила бы нашу страну. Частный сектор. Артиллерийские стволы освоили на Краматорском машиностроительном заводе, в том числе и на Богдану. Не, я уже объяснил выше, слушайте, не освоили, а только разрабатывают технологию. И ствол на Богдану это экспериментальный ствол, который, кстати, может быть в одном или в двух экземплярах максимум. Ясо задает вопрос. Вот тот же Рустам Заде, есть такой военный аналитик из Азербайджана, по-моему, утверждает, что не нужно трехкратное превосходство для наступления, если вести современную войну с современными средствами, такими как дроны камикадзе и массовое применение ПНВ. Я так понимаю, ПНВ это имеется в виду приборы ночного видения. Согласен, да, но для того, чтобы вести современную войну современными средствами, надо эти средства иметь. Если нам будет поставлено необходимое количество вот этих современных средств, то да, и можно вести войну такими средствами. Но это касается в основном, когда противник находится не на позициях. Когда оборудованный взводный опорный пункт или ротный опорный пункт, а еще хуже батальонный опорный пункт, а россияне именно так будут оборудовать свою оборону, потому что они по-другому не умеют. Это опыты, это лекала ведения или стандарты ведения войны третьего поколения, времен Второй мировой. То здесь мобильные группы не помогут. Здесь помогут только танки и артиллерия выбиванием этих русских с их позиций. Только так. А дроны и, допустим, другие средства современного ведения современной войны будут вспомогательными.
в этой случае, в этом случае. Поэтому вопрос ведения, где-то надо будет превосходство, где-то не надо будет превосходство. И я так понимаю, что метод ведения войны будет комбинированный. Не все зависит от нашего желания. Иногда надо выбирать наиболее эффективные методы борьбы с противником. Дмитрий Жуланов задает вопрос. Олег, подскажите, можно ли вычислить самую безопасную точку в квартире? Да, в помещении можно вычислить самую безопасную точку. В принципе, об этом уже неоднократно говорилось. Есть простое правило двух стен. Вы должны находиться так, чтобы с угрожающей стороны, а желательно со всех сторон от вас, было по две стены до улицы. Причем наилучший вариант, когда одна из этих стен будет несущая, то есть более прочная или бетонная. Находясь вот в таком помещении, у вас больше шансов на то, что первая стена будет пробита боеприпасом, а вторая возьмет на себя ударную волну. И тогда вы можете, у вас есть больше шансов остаться в живых и не быть убитым осколками, в первую очередь осколками. А уже там остальное, завалы и прочее, ну это уже как получится. Ну в любом случае используйте правило двух стен между улицей и вами. Вот эта точка будет наиболее безопасная в квартире. Ольга Новак. Чи не могли б ви розказати, якими засобами та зброєю, на ваш погляд, необхідно буде захистити наші кордони після закінчення війни? Наприклад, якщо це система ППО, чи підпадає така зброя під ленд-ліст? Тобто, чи зможемо ми її отримати не для безпосереднього ведення бойових дій, а пізніше для укріплення обороноздатності країни? Так, цілком. Тільки ППО на кордоні – ні. Дивіться, кордон сам – це ж не лінія Мажино чи лінія Маннергейма. Тобі ж це не укріп район, який треба там залити в бетон, побудувати 6-метрову стіну. Ну, я хоча б побудував би на кордоні з Росією, жартую. І там виставити гармати, кулемети і чекати, сидіти і пильнувати, щоб ворог не пройшов. Ні. Кордон повинен бути обладнаний в відповідності до свого призначення. А ось вже система оборони країни повинна передбачати систему протиракетної оборони, яка включає в себе протиповітряну. Тобі ж головною повинна бути протиракетна оборона, яка закриває весь периметр, всю країну по периметру кордону, має якийсь запас видимості радіолокаційних засобів на територію супредельної держави. Далі кордон повинен забезпечувати або унеможливлювати незаконне його перетинання. Ось цьому головна мета кордона, охорона кордона прикордонною службою здійснюється, а не захист. От. В Збройних силах України повинен бути план оборони країни, який передбачає розгортання Збройних сил, висування Збройних сил, заняття бойових порядків там, чи оперативних районів. Ви зараз питаєте, а якщо противник нападе з Ненацька? Ні. З Ненацька нападали в 41-му році. Сьогодні з Ненацька напасти неможливо. Ми все бачили, ми знали кількість російських військ. І бачите, ну, хто не мав повної інформації, тот міг помилятися, от як я, в тому, що буде атака з боку Росії чи не буде. А керівництво знало чіткий план Російської Федерації, знало, що буде атака. Тому сьогодні і за півроку, за 4 місяці знало. Тобі ж сьогодні приховано підготуватися до війни, висунутися і напасти неможливо. Тому немає сенсу тримати війська на кордоні постійно в окопах чи в районах, в оперативних районах, чи в районах очікування і таке інше. Прикордонники несуть службу, система ПВО країни пильнує за повітряним простором, кордон обладнаний радіотехнічними засобами спостереження та сигналізації –
Також можливо обладнання опорних вогневих точок і пунктів з кулеметами, так. Але ці, як правило, сьогодні в цивілізованих странах ці вогневі точки є автоматичними, вони можуть працювати в якості робота, без людини. І прикордонники тільки здійснюють загальне керівництво, загальне управління системою охорони державного кордону. А в Міністерстві оборони пільнують за пільнують за планом загальної оборони, оборони країни. Оце, до речі, те, що я говорю, що у територіальної оборони, у тих, хто проходить службу у резерві по контракту, повинна бути зброя дома, дома, екіпірування повинно бути дома, сухий пайок повинен бути вдома. Чому? Тому що людина, отримавши умовний сигнал, вона одягається, екіпірується і вона знає, куди йти. За декілька годин вона вже знаходиться на місці. Де тут зненацька? Нема. Ось так повинна бути організована охорона державного кордону. Чесний прохожий, ще раз вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста, звонок главы Пентагона к Шойгу. Чем это может быть связано? Это нормальная практика. Смотрите, Соединенные Штаты не участники войны. И США в этом самом, с Российской Федерацией, по большому счету, и горшки не били между собой. У них есть кризис в политических отношениях и в экономических, но у них нет разрыва дипломатических отношений. Поэтому один министр обороны позвонил второму министру обороны для того, чтобы обменяться мнениями и узнать позицию с первых уст. Кстати, на сайте Белого дома выложен пресс-релиз о беседе, и Ллойд Остин, министр обороны США, именно задавал этот вопрос Шойгу. Он хотел услышать от самого Шойгу, возможно ли прекращение огня, возможно ли откат России на 24 февраля, на состояние до 24 февраля, на что Шойгу ответил четко и понятно: Россия готовится к затяжной войне. Ни о каком прекращении огня или прекращении специальной военной операции, как они это называют, речи быть не может. Теперь американцы четко понимают позицию российской стороны. Вот для этого и был сделан этот звонок. Ни о каком переговорном процессе речи быть не может, потому что министр обороны не определяет позицию Соединенных Штатов. Ее определяет президент Джо Байден. Он свою позицию четко высказал. Полный военный разгром российской армии на территории Украины. Полная победа Украины в этой войне. Выход на границы 91-го года. Так что я думаю, что еще будут, а американцы будут, американская сторона будет пытаться еще раз звонить, тем более, что вот видите, даже по результатам разговора, вот с пресс-релиза Белого дома, понятно, что Ллойд Остин понял, что дальнейших звонков с Шойгу у него не будет. То есть ответа уже от Москвы ждать нет смысла другого. И я так думаю, что он звонить не будет. Поэтому он предложил Шойгу, дабы не терять как бы связь, продолжить диалог, но уже на уровне начальников генеральных штабов. Герасимов, Милли, генерал Милли, глава Пентагона, точнее глава комитета начальников штабов, и Герасимов, если он еще к тому времени будет на должности, начальник генерального штаба Российской Федерации. Ну, ось і все. Теж не буду дуже багато відривати вашого часу. Записали ще одне таке відео, де намагався відповісти на ті питання, які ви поставили. Ставте далі, будемо їх обговорювати і будемо надавати відповіді на ваші запитання. Дуже дякую за увагу, дякую, що дивитесь ці відео, будь ласка, розповсюджуйте їх, давайте посилання на ці відео, підписуйтесь, ставте лайки. Ще раз дуже дякую тим, хто підтримує канал, і велике вам спасибі. До побачення, буде цікаво, дивіться, до нових зустрічей.